Представляю соперниц на ковре А. Елена Вострикова в красном трико, мастер спорта из Красноярска. Чемпионка России 2015 года. В синем трико Милана Дадашева, Дагестан. Параллельный зачет Кабардино-Балкария. Победительница первенства Европы среди юниорок и призер первенства мира прошлого года в Бразилии. На ковре Б в красном пико борется Ольга Хорошавцева, Красноярский край. Мастер спорта международного класса. Ольга – серебряный призер чемпионата России прошлого года. Победила Ольга Хорошавцева, Красноярский край. Приглашаются Алина Такаякова, Хакасия, Надежда Третьякова, Москва и Кемеровская область. На ковре Б в красном трико борется Алина Такаякова, Республика Хакасия, город Абакан. Кандидат мастера спорта, 20 лет Алине, тренеры Марат Кичеев, Андрей Карамчаков. В синем трико борется Надежда Третьякова, город Москва, параллельный зачет, Кемеровская область. Мастер спорта международного класса. 9 лет занимается борьбой. Надежда – серебряный призер чемпионата России, обладательница золотой медали международного турнира Golden Grand Prix Иван Ярыгин.
На ковре А чистую победу одержала Милана Дадашева.